Итак, ребята, с вами великий популяризатор массажных технологий и других практик телесных Олег Алаф Гудвин. Сейчас мы рассмотрим отдельный локальный случай работы с лопаткой. Тогда, когда человек, мануальной терапии прежде всего, да, когда человек лежит спиной к нам на столе. Ну, в принципе, можно и на полу. Для чего мы работаем с лопаткой? Для того, чтобы больше разгрузить и снять функциональные блоки в реберно-подвздошных, позвоночных сочленениях, вот они идут, дуга такая, да? И, соответственно, начинается вот грудной отдел, D1, D2, отдельно от шейного отдела. Шейный отдел, как отличается? Как отличить от грудного отдела? Там, видите, вот поворачиваются. Там позвонки поворачиваются. Шея очень мобильна. Она максимально гнется во все стороны, в отличие от всего остального позвоночного столба. И почему не гнется первый позвонок грудной? Потому что от него начинаются, вот видите, ребра. Первое ребро идет, которое крепится к ключице. То есть это вот все, вот оно, жесткая конструкция. Но если он ротирован, да, мы можем первый, второй, третий, четвертый, где-то до четвертого, до пятого, может быть, позвонка, на них воздействовать через лопатку. Методом каким? Поднимаем руку человека, расслабляем ее, показываем, чтобы он расслабился, если он ее держит, то бывает, он вот так кулак держит, не расслабляется. Подхватываем плечо, да, вот почти под ключицу, и разворачиваем трапецию, вот мы ее раскрыли, вот максимально. Для этого нам надо голову его повернуть к себе, и для дополнительного раскрытия трапеции, вот, развернуть вот так. Сейчас мы будем давить, немножко приподнял выше, чтобы вам просто видно было, когда давим, опускаем вниз, в мягкие ткани, в трапецию, мы растягиваем трапецию. Переходим выше, а эта рука наша тоже сползает выше, выше, вот он лежит. Тут уголок лопатки заканчивается, если вам видно, вот примерно с этого места, это предел, дальше не идем. Мы с разворотом его. Вот так прорабатываем. Если нам нужно, то в принципе можно и ворсистые отростки вот в эти вот, так же упереться. И давить в ту сторону, но с ассистными отростками аккуратнее. Давить желательно не прямо вот в него, да, а немножко под него в мясо, как бы такой вот валик такой мясной создать, чтобы не было человеку больно. Не было больно? Вот такой маленький нюанс работы с лопаткой. Ну, немножко еще добавлю, что мы ее перед этим, конечно, размяли, разогрели. Если мы чувствуем, что лопатка прижата, бывают люди такие, что вот она аж вот так вот в стол впивается, аж оторвать нельзя, то дополнительно ее желательно проработать, прокачать, растрясти перед этим, да? Вот. Сняли с нее вот это напряжение. И потом делаем этот прием. Так. Ну, а обо всех остальных приемах вы узнаете, когда придете к нам на тренинг по мануальной терапии у Олега Алафа Гудвина. У нас есть еще много-много секретиков, о которых мы вам сейчас не расскажем. Все нюансы познаются только здесь, на практике. До новых встреч, друзья!